И всем привет, с вами я, Александр Сычков. И сегодня я играю в CS GO с моим другом Pro Channel, ребят. И сегодня мы, короче, затащим в игре против врагов. То есть я играю, Pro Channel играет. Короче, против... Ну, я не знаю, как это назвать. Короче, против всех врагов, которые есть на этом сервере. То есть это в данный момент террористы. То есть мы контр-террорист опять играем. То есть, если вам понравилось видео про Стеллио Контаса, как мы играли в Counter-Strike Source, там против врагов, то здесь я перешел в CS GO и стал играть там. В общем, мы все это сейчас сделаем и посмотрим, как это все будет работать. Но я пока по кемперю, потому что делать все равно нифига. А, вот. Так, идем сюда. Так, что у меня здесь? А? Так, мой мраморный градиент. О, враги. Видно враги, да? Одного врага убил. Так, то есть у меня есть вот мой мраморный градиент, вот мой друг Pro Channel. Ребята, мы с ним вдвоем играем. Все-таки я решился с ним поиграть, блин. Да, я с ним давно не играл, я хотел с ним вообще по идее поиграть, но он что-то не согласился, потом, блин, ну его убили, ладно. Так, ну вообще здесь возрождаться можно, но я не знаю. Сейчас попробую убрать это. Так мне проще, наверное, будет убивать этих врагов. Хотя нет. Бам! Бам! Двоих сразу убил. Так, то есть здесь можно посмотреть вообще, как мы играем. Давай. Вот, все. Давайте опять переключу эту хрень. Глушитель. Блин. Опять перестреляю его. Опять запрыгнул. Опять сниму глушитель. То есть это дает патроны нам. То есть опять. Ладно, сейчас. Еще раз переключу. Там обязательно кто-то должен быть. Нет? Ладно. Давай-ка. Так, опять переключу. Пока буду прикручивать, буду ходить по карте. В общем, я хотел с Pro Channel по скайпу, но так как звук получается как-то не так, поэтому я не стал с ним играть по скайпу. Вообще хотелось бы поиграть. Так, давай я убил. Так. Наверное, проще с ножом бегать. Потом только целиться. Так. Стоп. Давай, прочинал, пошли. В бой. Так, где? Где враги-то? Пошли. То есть у прочинала сейчас автомат, я так понял, да? Так. Пошли. Давай. Бам! Хедшот. Так. Смотри, я его потерял. Ох, нифига себе! Я их тут, наверное, всех не убью. Не успею. Бам! 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 Давай, давай! О, супер! Кто там еще? Кто? Ну, тут я уже сам, наверное. Все. Играю я без... прицела так сложнее, наверное, играется-то. Давай, давай, не попадете вы меня, не попадете, успокойтесь, ребят. Не попадете, я же профессионал, вы же нет, блин. Вы же не профессионалы, блин. Давай, все супер, нормально. Так, возьмем, давай. Бам, давай, давай, стреляй, стреляй. Смотрите, он даже меня не попадет, я его сейчас даже с ножа смогу убить. Да, ребят, это супер. Так, давай, мраморный градиент, давай. Да, не попадут они в меня. У меня же бонусы идут за каждый килл. За каждый килл у меня дается по несколько жизней. По 10, что ли. Да. То есть, так, здесь враги есть. Врагов нету. Зато здесь враги есть. Бам. Давай еще, еще, еще. Да вы достали меня, слушайте. Парни. Бам. Да откуда вы все здесь? Я уже не могу, у меня хп заканчивается. А гранатки у меня случайно нету для них. Так, ладно. Давай. Короче, мы будем сейчас проходить эту карту, сейчас пройдем ее. Да блин, Pro Channel, ты где вообще, блин? Мне так кажется, или вообще я один здесь? Pro Channel, давай. Давай, друг. Мы их всех здесь сейчас убьем, сразу двоих. Да. Иди сюда. Где ты? Сейчас, подождите. Так. Да блин, враги.
Так, двоих убил. Так, еще один. Блин! Да ты меня достал уже. Блин, давай. Так. Так. Давай. О, без прицела круто стреляется. Так, потому что я уже играл и с левой рукой. Вы, наверное, видели видео, где я играю с левой рукой в CS 1.6. Здесь я также стал играть, только без прицела. Как играет Кручено. Так, спрячусь пока что. Побежали, 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 давай. Еще. Опа, всем. Убил его. Так. Давай, 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 мочи их, мочи. Ну, ладно. Бам. ХП мало. Блин, они все еще меньше и меньше мне идет. Сейчас если будет ноль вообще, я тогда проиграю. Я ни разу не должен проиграть. Так, ладно. Так, давайте постреляем. Сейчас они уже к нам идут. Так. О! Так. Ну давай. О, все, хоть что-то. Да откуда меня стреляет-то? Я так и не понял. Вообще. Совсем офигели. То есть вот такое вот оружие у меня. Красивое. Сейчас еще раз. Сниму эту штуку. Я опять ее один. Так. Так. Там вроде кто-то идет, нет? Так. Вот это красивое оружие. Мне оно нравится. А вот мой мраморный градиент. Мраморный градиент. Самое дорогое оружие в Counter-Strike, Global Offensive. Смотрите, ребят. Пошлите отсюда. Так. Мы уже здесь 6 минут играем. Кстати, уже 7. О, спасибо, братан. Пошли. То есть, сложность здесь офигенская. Да. То есть, здесь идут и легкие сначала, потом нормальные, потом сложные, потом экспертные, а потом элитные игроки. Да. Но мы сейчас, наверное, мы только легких закончили, офигеть. Я думал, мы уже на сложных играем. Смотрите, как они вообще тащут. Так тут и на легких, по идее. И дают столько хп за убийство-то. Мне дают за каждое убийство по 30 хп, значит, готовы к чему-то. Но сейчас уже 20 начинается. Круто. Так, все, мы до нормала дошли, ребят. Так. Опа. Так, мне показалось, что он встать хотел вот эти убить кого-то. Так. Причем, чем ты занят здесь вообще? Так, ладно. О, давай, давай. Так. Так. Теперь дальше. Так, что там дальше? Так, и теперь. Так, что там? Так. Идем сюда. И теперь. Вот! Начался новый раунд сейчас. Блин! Я что-то не смог. Подождите, ребят. Так. Давай, давай, давай. Хотя этой штукой можно прицелиться, но прицел не видим. Ладно. Сейчас все сделаем мы. Так, вот, стреляем, 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 стреляем. Блин, сейчас все будет. Ребята, красивое у меня оружие. Можно даже его посмотреть. А, хотя ладно. Давай, 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 давай. Так, все супер. Так, ладно. И теперь берем вот эту штуку. Так, блин, давай, давай, давай. Опа, супер. Где там этот, как его, прочинал? Блин, что-то я его потерял, наверное. Ладно. Еще один, да ладно. Оу, мы наконец-то дошли до сложного, ребят, это супер. Это просто офигенно. Так, ладно. Так. Так. Еще один градиент. Так, и теперь сейчас посмотрим. Так, вот градиент мой. Так, давайте спустимся с лестницы. Давайте убьем этих. А давай, где ты там этот, как он, прочинал? Давай, убивай. Ты же профессионал вообще, или кто ты? Так, давай. Так, мы сделаем это, мы сделаем, мы сделаем, мы сделаем это, давайте, мы пройдем. Мы пройдем эту карту, и если мы пройдем вот эту вот карту офиса, то вообще мы будем профессионалы, по идее. Но пока что мы просто игроки, то есть мы никакие не... Блин, да ты достал меня. Так. Так, проходим здесь, давайте постреляем. Ну, этим оружием, конечно, проще стреляется, по идее. Так. Прочел,
Ты вообще где? Нет, не здесь не нет. Можно. Так. А, давайте я еще. Давайте возьмем пистолет. Так. Оу, сразу трое, давай. Не успею, не успею. Давай. Так. Так. И убил последнего. Кручал-то вообще где? А, вот ты. Пошли. Так. Давай сюда. Так. Окей. Так, ладно. Сейчас сойдем. Давайте постреляем по этим компьютерам. Я уже научился стрелять без прицела. То есть это даже очень прикольно. Вот, вот так вот просто. Интересно, баночки с чем там? Я думал, это Mountain Dew. Ну, это похоже, наверное. Можно пострелять по ним. Можно по помойке, по радио, по телефону пострелять. По всему, что я вообще захочу. Так, здесь тоже вот баночка здесь стоит. Мы тоже ее сломали. Все, то есть картину тоже можно сломать. Так, картину нет. И мусор тоже нет. Так, вот только сейчас я понял, то, что это центральный South Office Park. То есть в South Park это типа, где такой мультик даже есть, Южный парк, ребята. Это, наверное, вот этот вот офис оттуда взяли, мне так кажется. Потому что все доказано. Вот эта вот карта, вот это все. Убили мы его. Так, ладно. Жаль, что вы не видите киллы, которые я делал. О, враг. Давай-ка. Опять заходим сюда и идем туда. То есть здесь нет ни залажей, ничего тут. То есть, по идее, никого спасать даже не надо. Или надо? Сейчас, короче, попробуем сделать. Так, ладно, через окно давайте пройдем даже. Так, оу, прочинал. Пошли. Мы сейчас всех затащим. Пошли. Так, ладно. Оу, враг. По ногам пострелял. Убил его. Так, ладно. А где вообще должны быть эти штуки? Я так и не понял. Так, где-то должны быть здесь они, по идее. Так, и надо идти вроде вот сюда куда-то. Так, здесь тоже стекла надо пострелять. Чтоб знали, что я здесь. Так, ну вот, мы дошли, короче, до сложных. Мы уже их проходим долго. Нам дают только 10 хп с каждого убийства. Вот у меня мало уже хп, но все равно круто все. Так. Ладно. Тут тоже стекла надо побить. Все супер. Так, ладно. Здесь что? Так, ну я здесь походу по карте помню то, что здесь где-то были залажи. Если это соревновательный, это проход миссии, то значит залажи здесь по идее не должно быть. Но вообще надо найти их, посмотреть вообще есть они или нет. Так, здесь кто-то был, видать, уже. Так, ладно. Так, ну здесь они вообще по идее должны быть. То есть я здесь был уже. Бывалый. Здесь. Так, а где вообще про channel и вообще. Тут, смотрите, вот должны быть они здесь. Заложи вот здесь стоят. Но их, по идее, здесь нету. Так. Какой-то фильм идет. Слушайте, давайте посмотрим фильм. Лучше, это, наверное, интереснее будет. Вы когда-нибудь задумывались, что здесь вообще показывают? Одни и те же картинки, 5 картинок. Офигеть. Так, телек. Офигеть, как разломался. Смотрите. Плазму, как я разломал. Так. Так. Ладно. Где у нас там враги? Так, тут, походу, по стеклам никто не стрелял. Не знаю, причина вроде профессионал, но его что-то иногда убивают. Ну, он, конечно, не такой профессионал, как я. Так, ну ладно. Так, о! Ну что ты, прочел? Охренеть, у него был этот, как его? Походу, у него был пулемет. Нет? У бота. Да. Вообще круто. Мы на сложном не можем уже пройти. Вот у меня мало хп. А мы вообще хотели пройти до этого. Что-то я заключил, блин. Мы хотели дойти до элитного. Это мы вообще не дойдем до него. Потому что вообще сейчас идет вот этот вот раунд. Ну типа раунда со сложными идет 5 минут. Мы почти уже прошли всего. Так. Так. Все, ребят, мы прошли. Yes, security. Все, мы дошли до экспертов, ребята. То есть теперь мы пришли на новый уровень. То есть здесь теперь есть эксперт. Блин, достали меня. Блин, откуда вы? Откуда, блин? Короче, в эксперте уже не дают вам ни за что, ни хп, ничего. Просто вы играете уже так. Здесь уже побольше, наверное, минут будет или поменьше, я не знаю. Потому что вот идет на простых, на легком идут 5 минут,
на нормальном 10 минут на раунд, а на сложном 15 минут. Так, вот сейчас мы прошли вот это. Так. И вот осталось вот где-то, наверное, 20 минут, то есть нам до 20 минут осталось 5 минут на прохождение, считайте, вот этой миссии. То есть мы прошли уже до эксперта. То есть мы теперь на элитном играем, на элитной сложности, на эксперте, считайте. Ну да, на элитной сложности. То есть, да, это будет очень даже круто сейчас. Так, ладно, что у нас там с врагами? Вообще, есть они или нет? Так. Врагов нету. Смотрите. Так, ладно. Так. Они почему-то все там сидят, я так понял. Потому что, смотрите, вот. Их нет, смотрите. Вот смотрите, вот мы идем сюда. Они или на прочинала все пошли убивать его. Вот смотрите, даже циферки. Смотрите. Красивые. То есть не красивая, а надо угадать. Какой-то код, что ли, какой-то. Компании, которая создавала эту карту. То есть если 73 55 608 это код бомбы, то то эта штука, вот этот вот код, это тоже код какой-то специальный. Ну, короче, мы все это поймем, все сделаем, все это, но это в следующем видео, наверное, мы разберем. Но сейчас пока что мы проходим нашу игру. Так, нам осталось здесь немного совсем. Осталось несколько минуток. Ой, он опять здесь. Что-то боты вообще не меняют вообще места. Да, ребята, он возвращается все туда. Блин! Ребята, вот сейчас я реально испугался. У меня осталось 50 хп ровно. Ровно 50 хп. Блин, 30 уже! 30 хп. 10 хп, блин. Что, блин, достал ты меня. Достал. Ты почти что меня убил уже. Вообще, блин, профессионалы играют, блин. Эксперты. Так, давай. Так, давай, не попадешь ты у меня. Здесь вообще никто не добавляется. Нам осталось здесь 3 минуты как-то выживать. Не знаю, где про ченел. Вообще живой ли он, или уже все. Или убитый уже где им валяется. Я не знаю, я походу здесь один остался. Но нет, пишет то, что он еще где-то бегает, блин. Капец, как здесь сложно. Ну, сейчас, короче, мы все сделаем. Так, давай. Так. Так, ну про ченела что-то я не вижу. Где она вообще есть? Если она вообще есть, или как вообще? Так, ладно, сейчас мы все сделаем. Так. Так, там осталось 3 минуты. Блин, 3 минуты, я не успею. Все, у меня 10 хп, я даже не знаю, у меня они не прибавляются теперь, не уговаряются, все. Впрочем, я не могу найти. Здесь полно врагов, дофигища просто. В этом офисе, блин. И хрен знает, как его, блин! Я не могу с этим оружием убивать кого-то. Так. Давай, давай. Да блин. И патроны заканчиваются, самый прикол. Вот у меня добавляется при убийстве только патроны тебе. Если тогда добавлялось на таких сложностях, добавлялось и патроны, и ХП, то сейчас добавляются только патроны. Ну, по 10 патронов. Сейчас. Хотя бы добавляется. Хотя бы что-то добавляется с убийства. Блин, ХП нету, ХП. ХП нету, ХП. Я уже все аптечки использовал. Точнее, не аптечки, а эти как они. Адреналин или как он, шприц просто называется. Так, ладно. Так, осталось чуть-чуть нам тут поиграть-то. И мы пройдем эту карту. Так. Еще. Давай, 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 давай. Так. Прикрой. Так. И убил его. Так, а где вообще про ченел? Есть он? Здесь или как? Или его здесь нет вообще? Так. Так, все. Сейчас будет 20 минут, я почти что прошел. Блин, давай, 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 по времени. Все, раунд сейчас закончится, давай. Надо просто отсидеть где-нибудь. Надо еще счет набить, наверное. Чтобы крутой был счет. Ладно. Осталось несколько секунд, ребята. Секунд 30, наверное, осталось до конца раунда. Это будет офигеть просто. Так. Оу, все уже, ребята. Сейчас конец будет. Я даже могу, смотреть его спуститься. Хотя нет, нет, с экрана не буду спускаться, я сразу себя убью. Потому что ХП, блин, вообще нету ХП, блин. Что делать, что делать, что делать? Все, ребята, осталось ровно 10 секунд. 9, 8, 7, 6, 5, 4,
3, 2, 1, 0. Все, 20 минут мы выиграли. Все. А, кстати, что они остались-то, блин? Что они остались? У меня хп опять стали почему-то... Ладно, все, сейчас сделаем мы. Подождите. Ну что ж, ребята, мы прошли. Все боты пропали. Это были боты, ребят. Мы поиграли в соревновательный матч вдвоем с другом по сети на моем сервере. То есть мы играли на сервере CS Office, ребята. Counter-Strike Global Offensive. И давайте я сейчас попробую... Ой. Он что, не возродился? Он должен был возродиться, по идее. Это, ребята, это про ченел валяется. А, вот он. Друг, ты скин поменял. Круто. Спасибо. Круто. Так, давай про ченел, пошли. Ну, короче, мы так вот повеселились здесь. Я отключил чат, я отключил все, то есть ничего у меня не работает сейчас. Он мне, конечно... Вот я сейчас сижу в наушниках, он меня прям кричит, блин, помогай мне. Сейчас уже не надо ему помогать, потому что я его уже прикрыл здесь. Мы победили матч, мы прошли эту карту. Это все находится на сервере, на моем первом сервере. Нубас сервер для CS GO. Ребята, заходите на сайт Нубас сервер у сайт.про. Заходите, там есть наши сервера по CS 1.6, по CSS. И по CS GO. В общем, заходите туда, там есть первый сервер, заходите на него, и возможно вы попадете на сервер, если, конечно, он будет без пароля, соревновательный матч, ребята, это будет круто, мы играем против других игроков вдвоем или втроем, ну, короче, играем и выигрываем все матчи, ребята, это будет круто, ребят. Если сервер с паролем, то понятно, что я играю с друзьями против... Ну, понятно, кого. Против таких же игроков, как мы сейчас играли. Кстати, я скачал другие карты. Даже свои немного разработал. Я почти закончил уже делать свои карты. После того, как я их сделаю, то вы сразу увидите их на сервере, на всех серверах в CS GO. Ну, короче, там для соревнований игры есть, для обычных. И есть, где бомбы ставить там что-то. Ну, короче, как обычные карты. Но сделанную мною уже. То есть я это все делал в таком нормальном программе. То есть все такое. Я даже свои скины проделал, но они что-то не работают в квесте. Я хотел их уже добавить недавно, но почему-то они не добавляются. Хотя я их правильно все установил, почему-то все равно они не заменяются. Я хотел вот этот скин заменить на скин ВИПа нормальный. Так, вот смотрите, вот про ченел. Чем он ходит, кого он ищет? Так, ладно. Ну ладно, всем спасибо за просмотр. С вами был я, Александр Сучков, и про ченел, он же Клаус Вольф, ребят. Ну, короче, я Нубас. И, короче, ставьте лайки под видео. Пишите комментарии, тоже под видео. Добавляйте меня ВКонтакте, тоже под видео есть ссылка на меня ВКонтакте. ID 53, 55, 44, 63. Добавляйте меня в друзья. Я вам... отвечу на любые ваши вопросы. Писать мне можно только, если вы у меня в друзьях. Но если вы напишите мне в сообщении то, что вы из CS GO, вы смотрите мой канал, то, возможно, мы даже с вами поиграем на любом вашем сервере, который вы мне напишите по ссылке, или на котором я играю только на моих, на моем первом сервере. На остальных я не играю в серверах в CS GO. То есть, если у меня три сервера в CS GO есть, то я играю только на первом. Я редко, когда захожу на второй и третий. На первом я чаще, конечно, с друзьями играю, но все равно работает, все очень прикольно работает, потому что это сервер мой, он работает абсолютно бесплатно. Кто хотел, кто мне все пишет ВКонтакте, то что, типа, давай админку, давай випку, я тебе заплачу, типа, ребята, все не очень просто, потому что иногда я сервер занимаю для игры с друзьями первый. Поэтому покупайте админки и випки только для второго или третьего сервера в CS GO, ребята. Короче, обновление уже, наверное, потом я уже, наверное, выложу. Обновление будет на скины, на оружие, на звуки, на персонажа, на вип будет там, вип меню изменится и админ меню изменится. В общем, сейчас у нас составляет компания админов, то есть на каждом сервере по одному админу. Випов... вот были у 10 человек на всех трех серверах, если посчитать, на месяц, но они у всех закончились, остались только у
пяти человек, что ли, которые продлили дальше випку и стали пользоваться дальше, потому что им понравилась эта серия. В общем, ребята, еще раз всем спасибо за просмотр. Продолжайте смотреть мои видео. И всем спасибо, короче, за просмотр. И всем пока!